Дорогая Оксана, когда мне позвонил Андрей и рассказал вашу историю, она тронула меня до слез. Как бы мне хотелось, чтобы судьба распорядилась иначе, чтобы вы вышли замуж за своего избранника Андрея Федорова и стали моей тезкой. Но, к сожалению, не все в нашей власти. Я знаю, что у вас была совместная мечта, и Андрей Малахов поможет вам осуществить то, что не успел сделать ваш близкий человек. Поздравляю вас, Оксана. Вы стали одной из победительниц конкурса «В отпуск с Андреем Малаховым». И теперь, пожалуйста, сочиняйте новые мечты, ведь знаете, что они сбываются.